Всем привет! Новое видео по теме «Большая еда». И сегодня это большой бургер из Каморы. Я нашел там самый большой бургер, плюс спросил у них, какой у вас бургер самый большой. Это бургер под названием «Fuck You Burger». Если что, запикивать буду или не буду, но посмотрим, как все пойдет на монтаже. Стоит он 125 лей, весит он 540 граммов. А также я заказал обычный бифбургер, который стоит 55 леев и весит 290 граммов, то есть, можно так сказать, даже вдвое меньше, но 55 и 125, ну, разница в 15 лей. Заказ приехал ко мне за 45 минут. У нас есть перчаточки, далее салфетки, раз, два, три, четыре, пять, ну, 8 салфеточек, на 2 бургера по 4, скорее всего, на каждом. Ну и, соответственно, это у нас две коробочки с бургерами. Ну и все, больше ничего нету. На коробочках не написано, где что. Один бургер у нас потек, поплыл. Вот так вот выглядит. И, скорее всего, это и есть он. Вот он, да, Fuck You Burger. Есть дырочка сверху, но шпажки нету. И второй бургер — это обычный бургер. А, нет, шпажка внутри. Все, я понял. Он просто съехал. Пока курьер вез, вот так вот бургер съехал. Давайте взвесим. Тыч. Сначала это обычный бургер. 360 граммов. Как я и сказал, должен он весить 290. Ну, коробочка плюс-минус 15 граммов. И Fuck You Burger, большой бургер, 619. То есть могу сразу сказать, что здесь даже перевес. Ну а самое главное — это вкус. Сначала попробуем обычный бургер. Вот так вот он выглядит. Шпажка внутри. Сейчас мы его... На самом деле, ну, не очень-то он и теплый, хотя 45 минут. Может, должен был быть чуть-чуть теплее. Вот так вот он выглядит у нас. Что я здесь вижу? Помидоры, соус белый, капусточка, огурцы и розовая сочная котлета. Это обычный хороший бургер со свежими ингредиентами, с вкусным соусом, поджаристые булочки, не пережаренные, сочная котлетка. Но все же это затевалось ради вот этого вот большучего, огроменного, здоровенного бургера под названием Fuck You Burger. Что меня сразу разочаровало? Во-первых, вытек соус, да? Прилипло булочка, она размокла, разлипла и всего остального. Бургер съехал, булочка вот она здесь мокрая. Разрежу. Вот здесь вот я уже пожалел, что я не надел перчатки, потому что, ну, все остается на руках. Здесь раз, два, три котлеты. Вот так вот он выглядит. Соус, который у меня остался в коробочке. Также здесь есть красный соус. Капусточка. Огурчики, помидоры, сыр, пробуем. На вкус бургер хороший. Единственное, что вот соус, который вытек в коробочку, его вот здесь вот реально не хватает. Мясо сочное. Свежие, как я и сказал, овощи. Вкусные огурцы. Но нижняя подложка, нижняя булочка, она размякла просто до такой степени, что она разваливается. Яркий вкус сыра дорблю дополняет этот бургер вот прям шикарно. То есть здесь он заходит полностью, он не перебивает ничего. Не перебивает вкус сочного розового мяса, не перебивает вкус помидоров вкусных. Здесь очень вкусные огурчики, которые мне всегда нравились в Каморе. Булочка черная, окей, к ней вопросы есть. Кому-то заходит, кому-то не заходит, мне абсолютно все равно. Мне не заходит, когда вытекает сыр и когда нижняя булочка размокает. Теперь вопрос. Кто сегодня мне в Каморе бургер сказал «Fuck you»? Человек, который собирал этот бургер, или человек, который привозил мне этот бургер? Надеюсь, Сергей увидит это видео и ответит мне на этот вопрос в комментариях к этому видео, либо в Инстаграме, либо на Фейсбуке, где хотите, там меня можете найти. Подводя итоги к этому видео, могу сказать, никаких претензий к обычному бургеру, все отлично, все шикарно, все хорошо, граммовки хорошие, выглядит хорошо, на вкус тоже замечательно. Единственный вопрос у меня к Fuck You Burger. Да, он стоит своих денег, он стоит свои 125 леев, потому что в нем есть дорблю, в нем есть три котлеты, в нем есть вкусные свежие овощи, все-все-все отлично, но соус вытек,
подложка, имеется в виду, нижний хлебушек размяк, и, соответственно, не надев перчатки, я запачкался очень сильно. Вы все видели сами внешний вид, граммовку, вкусовые качества оценил я, верить мне или не верить, это ваше личное дело. Еще раз напомню, я не профессионал, я плачу свои деньги для того, чтобы вкусно есть. Ну а вы подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!